гостях. Жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И весной снегопад, мир беден и богат. Нам юностей планеты, нам всемирный строй отряд. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Сейчас мы с вами начинаем митинг, который посвящен 93-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодняшний день, как и предыдущий, так и последующие, все прогрессивное человечество отмечает этот знаменательный день, который перевернул мир. Мир стал лучше. Мир стал бороться за мир, потому что до этого весь наш земной шар, к сожалению, был окутан капиталистическими и буржуазными войнами. И мы сегодня, наша страна, мы те люди, которые являются не только приверженцами наших идей, которые воплотились нашими дедами и отцами. И мы сегодня с вами, это митинг посвящен не только памяти, но и выдающемуся событию 20-го столетия, которое перевернуло мир, как я уже говорил. Рабочие и крестьяне на всей земле смотрели на нашу страну, которая строила новое общество, общество будущего. И сегодня мы имеем большой опыт
для того, чтобы наши дети и наши внуки знали о том, что была, есть и будет в последующем страна, которая строит социализм. Социализм, который станет самым главным для всей нашей планеты в будущем. От всего сердца, искренне, как дочь одной из старейших коммунистов, участницы войны, я искренне поздравляю вас с нашим самым святым, самым правильным, самым чистым и самым верным праздником Днем Октября. Я, выросшая на ленинской идеологии, всецело поддерживаю все направления нашей партии. И то, что произошло, это было так нужно истории. Это дало лишний повод для того, чтобы мы могли укрепить свои ряды, чтобы мы могли твердо и четко следовать той линии, которая нам указывается. И очень хотелось бы, чтобы наши ряды как можно больше росли. Наша сила в наших рядах, в нашей молодежи, которая должна понимать и не задавать вопросы, что сегодня за праздник такой, как сегодня у нас был такой случай. Просто надо проводить больше времени с молодежью, бывать в школах, рассказывать о том, что такое Великий Октябрь, что он дал для народа и что он может еще дать. Но одни, без помощи друзей, без помощи народа, мы ничего не сможем сделать. Еще раз искренне поздравляю вас с праздником, желаю всем крепчайшего здоровья, ветеранам не болеть, быть молодой душой, столько же энергии, сколько у вас есть, молодежи следовать примеру. С праздником Великого Октября! Вы знаете, как на вас приятно смотреть? У вас такие молодые, красивые лица. И вот именно такие лица были у тех людей, которые 93 года назад делали Великую Октябрьскую социалистическую. Они боролись за счастье всего трудового народа. Конечно, сейчас основная масса трудящихся еще не с нами. Их еще оболванивает. И вот как раз последние выборы показали, все-таки 50% населения все-таки не с нами. Поэтому я так думаю, что у нас с вами большие задачи стоят перед вами. И я так думаю, что мы их выполним. Все-таки рост людей, которые все-таки обращаются в поддержку Коммунистической партии, год от года растет. Спасибо за это вам, потому что именно вы сделали это все. Поздравляю вас с праздником 7 ноября. Желаю вам счастья, здоровья вам, вашим близким. Ура Великому Октябрю! Дорогие товарищи, сегодня исполняется 93 года с того дня, когда революционные массы России под руководством Ленина и партии большевиков перевели стрелки часов мировой истории. На политической карте мира появилась страна, взявшая курс к социализму. Победа Великого Октября обеспечила установление власти трудящихся на огромной части планеты и создание многонационального независимого государства, страны советов. Народная власть достигла всеобщей грамотности, полной трудовой занятости, социальной защищенности, стремилась сделать детство счастливым, а старость достойной. Торжество Великого Октября воплотилось в реализацию грандиозных планов, строительство тысяч заводов и фабрик. Попытки вычеркнуть Красный Октябрь из российской истории означают отказ от всех наших побед, от великих достижений нашего народа, утрату величия нашего государства. С течением времени значение Великого Октября лишь возрастают. И это особенно заметно на фоне нынешней бесперспективной социально-экономической политики. Коммунистическая партия Российской Федерации – наследница Великого Октября. Современные коммунисты продолжают дело тех, кто добывал мир и свободу трудовому народу, кто потом и кровью укреплял и защищал первое в мире социалистическое государство. Мы верны памяти и делу своих отцов и дедов. Наш курс – социализм. У КПРФ есть программа возрождения России. Наши требования понятны и просты, справедливы и доступны каждому человеку. Так, кто за то, чтобы данную резолюцию принять за основу, прошу голосовать. Спасибо. Спасибо вам!
Спасибо всем, кто к нам пришел. Сегодня наша демонстрация дает старт еще тысяч демонстраций в честь 7 ноября, которые прокатятся по всей нашей стране. И голос народа должен быть услышан всеми, кто сегодня у власти. Мы не допустим больших безобразий и останемся с вами верны курсу, проложенному Великим Октябрем. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Ура! На этом наш митинг закончен. Спасибо большое. Прошу возложить цветы к памятнику Ленина. Если можно было...